с вами Виктор Фурсов на канале Виктор Фурсов Entomologist Beekeeper Ukraine. Сегодня я на степном участке, изучаю насекомых, перепончатокрылых, паразитических насекомых и их хозяев. И, конечно же, буду показывать вам интересные видео и с этого участка, и с других участков, где можно найти интересных насекомых, буквально вот так присев на землю, вот так на степной участок, и обрати внимание на то, что есть вокруг. Так что я сейчас в Анкаре, смотрите мой канал, подписывайтесь на канал, увидите интересные истории про жизнь насекомых, а также про культуру и людей Турции. Всего вам доброго, привет из Турции, с вами был Виктор Фурсов, на канале Виктор Фурсов, Entomologist Beekeeper Ukraine, 24 июля 2016 года. Будет продолжение, много-много разных интересных историй. Пока-пока! Всем привет из города Бурса. Привет из Турецкой Республики, с вами Виктор Фурсов на канале Виктор Фурсов Entomologist Beekeeper Ukraine. Сегодня проводим энтомологическое обследование в разных местах далеко от города Бурса, в разных поселках. Ну тут кругом разные склоны такие, разные интересные поселки. И вообще на склонах много разных садов. Вот только что проехали персиковый сад, а вот здесь вообще такие посадки. Олив. Кругом оливы растут. Где-то там мой рюкзак. Как-то не потерять бы его. Где он тут лежит? Среди этой чащобы. Среди этой чащобы тут легко потеряться. Вы понимаете? Где же мой рюкзак? Да, ну сейчас будем его искать. Где-то он здесь рядом. На дороге. Вот я тут скажу по сорнячкам и по зонтичным растениям. Да, вот мой рюкзак. Зонтичных тут много. Вот тут внизу разрослись все сорняки. Тут по-разному ухоженные есть и неухоженные места. Ну вот на вот таких зонтичных растениях летает много перепончатокрылых насекомых. Здесь летает много медоносных пчел, ну и летает много мелких паразитических перепончатокрылых насекомых. Вот мы их и потихоньку собираем. Здесь все поля орошаемые, топты поливаемые. Потому что если не поливать, ничего не вырастет. А чтобы поливать, накладываются канальчики, вдоль канальчиков идут трубы и насосом специально подают воду выше на склон удивительным образом, потому что кругом сушняк. Очень сухо. Вот здесь, например, повыше к склону, здесь немножко увлажнее, но все равно земля очень сухая. Вот чтобы питались растения, надо их поливать. Есть большой канал, есть потом такие крупные трубы размером в руку, а потом совсем такие тоненькие, как на обычной квартире, тоненькие трубы. Да, вот такие вот интересные оливковые поля, оливковые леса здесь в Турции. Ну, видите, некоторые тут заросшие сорняками, что надо, не продерешься среди них. Ну, хоть ежевика здесь на самом верху, ежевика сильно колется. Да, так что вот, собираем материал, изучаем перепончатокрылых насекомых, и вам для просмотра коротенький сюжетик из оливкового поля. Так что смотрите наш канал, видите, много чего интересного из Турецкой Республики. Что пока-пока. Вот завершаем. Надо посмотреть, что же не собиралось. Сачки разобрать. Давайте пока-пока. Вот такая красивая старенькая олива. Наверное, лет 30-40. Здесь, наверное, немножко заброшенный кусочек сада. Нет, олив нет. А вон по краю там растут инжиры, там более крупные солидные такие оливы. Может быть, просто не развяжу тут зелененькие. Так что вот такие оливковые сады. Видите, в Турецкой Республике. Пока-пока. Greetings from Turkish Republic. And this is the lake Iznik near the city Bursa. A very nice and very huge lake, by the way. And today June 27, 2016. I'm Viktor Fursov and this is the channel Viktor Fursov Entomologist Beekeeper Ukraine. And you can see here very interesting lake and you can see very interesting plants. So like these weeds, yes, I guess this is Onopordon. This is a very big one. Yeah, very big one. So huge with spines, a little bit dangerous here. Here's some verbascum. Yeah, like
very nice verbascum. So these plants are widely distributed in the Turkish Republic and in many places. Yeah, and you see here, this is a time for praying, so you can easily recognize that this is a Turkish Republic. And of course, I really enjoy this time and this place, coming to this place near the Bursa, because we are doing today entomological research, entomological observation just around Bursa in some different places near Bursa. And it's really nice to come to this interesting lake, to enjoy the lake, to enjoy the nice weather, and of course our entomological collecting, because this was essential to collect some material for our research, some parasitic wasps. And sorry, here it's a little bit noise because here some waves like the sea, because the lake is really very huge. So it's time to go, but I'm very pleased to show you a small piece of this unique nature here. And of course, I need to show you a little bit here, like a ficus. Yeah, because this is a ficus, and ficus here is growing everywhere, but this is a male ficus. And this is a smell of ficus, usually coming everywhere just when you are just near the garden. And of course, you can see here some water spring. Over there, this is a water spring. This is free of charge water. People can stop here, wash fruits, wash hands, just drink, enjoy water, enjoy a small rest, and of course enjoy the lake. So this is very nice lake near Bursa city. So thank you for watching, and I show you a little bit this platanus and small place with water. Yes, this is a very important place to take a water. Yes, and you see, and this is a nice ficus and lake. Okay, thank you for watching. Enjoy my channel and subscribe to my channel. Good luck and see you soon on my channel. Всем привет из города Бурса. С вами Виктор Фурсов на канале Виктор Фурсов Entomologist Beekeeper Ukraine. Сегодня здесь почти что на берегу моря. Море здесь где-то, наверное, в километре отъехали. Немножко в горы, здесь кругом оливковые поля. Остановились на обочине. Здесь немножко природных растений, на которых мы собираем материал паразитический при пончатокрылых насекомых. Ну вот, кстати говоря, вот такое интересное бобовое растение. Оно широко распространено в Крыму, на нем часто встречаются дикие пчелиные. Ну вот там дальше я пошел, посмотрел, смотрю, здесь нашел интересное. Кругом вот оливы там растут наверху. Стрекочет, как говорят, посадил. Где-то оливы, а собирать будет внук. А вот рядом растут еще какие-то вот колючие, огроменные караганы. Очень колючие. С трудом на них удалось пособирать стручки. Они такие интересные, пушистые. Покажу, потому что на этих стручках уже сидели жуки-зерновки. Удалось сразу посмотреть, и вот потихонечку по одному вот такому стручочку пришлось собирать все, в общем-то руки пришлось исколоть, потому что стручочки пушистые, жуки-зерновки на стручки откладывают. Но вот здесь вот этот вот огромная колючка карагана, но она как верблюжья колючка с огромными шипами, все время колется. А тем не менее жукам-зерновкам тут раздоли, потому что вот стручков много и плодиков много, некоторые уже открываются, вполне возможно, что внутри развиваются какие-то другие насекомые, семиеды, вполне и паразиты семиедов. Но нас интересуют прежде всего яйцееды, вот жуков зерновых, и в общем-то на таких пушистых стручках я уже собирал кладки жуков зерновых, и найти семиедов и яйцеедов в принципе возможно. Нужно только внимательно присмотреться и хорошо содержать эту пробу. В принципе, пробу просто, если ее положить в полиэтиленовый пакет, она очень сильно замокает и гибнет. А вот если собрать растение, положить в холщовый мешок,
холщовый мешок, тот тут тканевый, и внимательно наблюдать за выведением насекомых из вот этих стручков, то вполне возможно вывести и паразитов, и вывести семиедов, и, в общем-то, и хозяев жуков зерновых, которые живут в таких стручках. Так что будем наблюдать. То это тут одни плоды, в общем-то, цветов не видно. Не знаю точно, что это за название вида. Если кто-то подскажет, буду очень признательна, покажу отдельный сюжет крупным планом. Так что смотрите наш канал, подписывайтесь, увидите интересные истории из Турецкой Республики, как собираем энтомологический материал. Вот, где вот такой. Вот так вот собираем на различных растениях. Собираем стручки и другие. И тут энтомологический материал. Так что подписывайтесь, увидите новые интересные обновления, истории и наши походы по для сбору энтомологического материала в Турецкой Республике. Пока-пока. С вами был Виктор Фурсов, энтомологист Beekeeper Ukraine. Пока-пока. Bye-bye. Bye. See you soon on my channel. See you. Welcome. All